Кэсти. Вот оно, сознание Настин в чане, живое существо из пластика. Тогда вылейте в него антипластик. Я не хочу убивать его. Я должен дать ему шанс. Я прошу аудиенции у сознания Настин с мирными целями. Согласно 15-й конвенции прокламации теней. Спасибо. Прошу позволения приблизиться. О, Боже! Микки, это я! Все хорошо, все в порядке. Эта штука, Роза, эта жидкость, она говорит. От тебя пахнет? Доктор, его оставили в живых. Это было вероятно. Его оставили, чтобы лучше управлять копией. Вы знали это и ничего не сказали? Обойдемся без сцен. Спасибо. Я говорю с сознанием. Спасибо. Позволю себе заметить, что вы прибыли сюда путем прокола искривленного пространства. Со всем возможным уважением предлагаю вам также и отбыть. Перестаньте, это настоящее вторжение. Не вам говорить мне о правах. Дайте мне сказать. Эта планета развивается. Люди здесь только научились ходить, но они способны на большее. От их имени прошу вас, оставьте их в покое. Доктор! Это для страховки. Я не хотел это использовать. Я не нападал на вас, я пришел помочь. Клянусь, я не враг вам. О чем вы? Нет, нет. Правда, нет. Да, это мой корабль. Неправда. Я знаю, я был там, я воевал. Это не моя вина. Я не мог спасти ваш мир. Я просто не мог. Что оно делает? Это из-за ТАРДИС. Сознание Настин увидело высокие технологии, испугалось и перешло к действиям. Начинается вторжение. Роза, беги! Скорее! Мама! Вот ты где. Я как раз хотела позвонить. Ты сможешь получить компенсацию. Я взяла в полиции нужные бумаги. Можешь не благодарить. Мама, где ты? В городе. Скорее поезжай домой. Я тебя не слышу. Мне еще нужно кое-что купить. Пока, дочка. Пока. Мама! Мам! Это сигнал активации. Началась передача. Это конец света. Yeah. What is it good for? Absolutely. Nothing.